Да здравствует фикс прайс и хорошее настроение нашего ребенка. Всем привет-привет! Сегодня мы с мамой и папой будем наряжать елку на Новый год. Красивая у тебя елка? Да, мы ее сейчас будем наряжать игрушками. И сейчас раззвенел звоночек, которым мы начинаем наряжать елку. Там вот с той стороны где будет цепляться. Видите, какой красивый у нас зонтик есть. Ну, повесим сюда. Так вешать, да? Да. Поглубже вешай. Но символ прошлого года, уходящего Нового года. Это символ проходящего Нового года, уходящего. Это прошлый год у нас были свинюшки. Прошлый год. Нет, вы их на ту сторону вешай куда-нибудь вот так. А можно мы вообще их назад повесим? Ну вот смотри, одну я повесила, и там где-нибудь другую вешаю. Повесим сюда. Сердечко. Сердечко можно повесить куда-нибудь вот сюда. Вот. У тебя все красные игрушки с одной стороны висят почему-то. Мама, давай быстрее. Раз. Только. Угу, пожалуйста. Если вы так... Мама, можно мы одну игрушку вот так на елку повесим? Нет, такую не надо. Посмотрите, что она обшелушенная. У нас вот есть, смотри. Вау, красивая. Давай вот с красненьких начнем. Угу. Красненькую так, куда-нибудь вот сюда повешу одну. Вот такая елка у нас вышла. А тебя не видно возле елки. Под елочку сядешь? Да. Маленькую елочку, маленькую. Маленькую елочку. Довольная? Да.